Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! Христос воскрес! Поздравляю всех с третьим днем седмицы пасхальной. Сегодня с утра была в храме. 2 дня нахожусь под впечатлением. И хочу с вами поделиться этой новостью и радостью. Стас поздравил меня с Пасхой, с Великодним, и прислал музыкальный клип, который создал сам. Называется «Мій Великдень». Хотела как-то поделиться с вами, но не знаю как. Этот клип у него в Инстаграме. Поэтому в описании под видео я оставлю ссылку, чтобы вы зашли и могли насладиться этим шедевром. 2 дня под впечатлением. Думаю, ну как это сделать? Скачать. Скачать не получается, потому что это на другом носителе. Сделала запись с экрана. И поделилась со своими знакомыми и близкими. Поэтому делюсь с вами, дорогие зрители, чтобы обязательно посмотрели. Потому что это шедевр. Стас говорит, готовился к этому месяц. В клипе снята его семья, родители, сестра. Все на высочайшем уровне. Использованы дизайнерские одежды. Много операторов, как я понимаю, потому что съемки идут в полях, в лесу, столы, скатерть 15 метров, как я прочитала в Инстаграме в описании. Это, конечно, что-то. Обувь какая-то очень дизайнерская. Это шедевр. Лишний раз доказывает, что гениальный человек гениален во всем. В клипе снимаются родители Стаса. Мама такая приветливая, веселая, папа, сестра. Вот посмотрите на маму, которая воспитала такого замечательного, гениального молодого человека. Хочу показать вам кусочки. Не знаю, как к этому Стас отнесется, но я хочу, чтобы зрители мои это увидели. Пасху печет Стас. Я с перемотками. Это родители в полях. Мама. Какие одежды здесь? В полях стол. Вы зайдете и увидите все сами. В описании под видео я оставлю ссылку на этот клип в Инстаграме у Стаса. Оказывается, у Стаса подписчиков намного больше, чем у меня. Он инстаблогер. Там такие красивые всякие фотографии. Все время думала, что Стас модель, а он шеф-повар, ресторатор. Ну, человек универсальный и талантливый во всем. Клип просто супер. Во-первых, что музыка эта довольно популярная, и... но клип у Стаса на эту музыку группы Go Away намного качественнее и лучше, как по мне. А вот вы зайдите и обязательно посмотрите, зацените и насладитесь. Это шедевр. Я так считаю. Дорогие мои зрители, я делюсь с вами приятными моментами, делюсь тем, что меня вдохновляет, что меня радует. Поэтому хочу поделиться с вами, а вы обязательно напишите мне свое мнение. Я думаю, Стасу будет приятно, если вы увидите и скажете, что вы по этому поводу думаете. Это его работа, он готовил, я знаю, что он затейник всего такого. Родители такие приятные. Клип очень классный, действительно. Зайдите и насладитесь. Желаю всем приятного просмотра. І тим, що в гробах життя.
мир нам небо одне зголосить, мир той Божий сі вітаймо, ласку Божу прославляймо, чудо Боже і чудес. Гроба життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смерть і смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав, і тим, що гроба Сейчас в Каритасе проходит мастер-класс. Детки пекут пасты. Мы отпраздновали праздник в том помещении. Видео не сняла. Сори. Воскрес. Это кухня. Маленькие повари. Поварята. И месяц тесто, да? Формочки. Да. Девчата, месяц. Кто главный кухар? Все главные кухары. Сегодня мастер-класс. Все главные кухары. А вы ешь, а работа с детьми. И цукаты такие красивые. Да, у нас тут усе. Все красиво. И вага. Все чит. Все. Вот это можно теперь помыть. Снять можешь? Снять? Для пасхи все заготовлено. Такий мастер-клас. Одна я побігла, бо визвала собі машину, бо дуже змерзла. Хто попрацював, їсть морозиво. Напоминаю, в описании под видео є ссылка на ролик із інстаграма Стаса «Мій Великдень» на веснянку «Шум». Очень класною. Музыкальный клип высочайшего уровня. Зайдите и посмотрите. Ссылка в описании под видео. Желаю всем хорошего настроения, приятного просмотра и всего самого-самого-самого. Люблю вас, дорогие зрители. Стас, ты не перестаешь меня удивлять. Будь счастлив. Благодарю за супер поздравления.